У каждого свои способы поиска любви. 18-летний Александр Зубов хоть и молод, но уже не доверяет традиционным. Чтобы обрести свою половинку, он выучился ездить на велосипеде по парапетам мостов и набережных, которых в Петербурге достаточно. Правда, вместо любви экстравагантное хобби принесло юноше славу городского сумасшедшего. Ну, иностранцы денег дают, хлопают, не думают, что это шоу. Ну, а наши просто смотрят такими глазами и удивляются. Бабушки причитают, говорят, сумасшедшие. Расстояние до воды 7 метров. Александр особо активизируется в дни празднеств, когда набережные заполнены людьми и больше шансов, что какая-нибудь красотка восхищенно подойдет к гению равновесия и предложит руку, сердце и 600-й Мерседес вместо велосипеда. Мне очень понравилось, тут совершенно потрясающе. Я иногда просто хожу тут по набережной, вот, а тут на велосипеде первый раз такое вижу. Мне очень понравилось. Прикольно. Тренировался, наверное, мальчик. Ну, я думаю, что это очень смелые люди. И честь им и хвала. Экстремальное хобби как средство знакомства работает безотказно. На наших глазах весьма симпатичная девушка решительно начала устанавливать контакт с безумным байкером. Первый вопрос у всех: как это так получается, что он не падает в воду? Кроме всего прочего, на питерских набережных всегда сильный ветер с залива. Ну, то смотреть только перед колесом, никогда не смотреть ни вниз, ни по сторонам, никогда не оглядываться. Смотреть только перед колесом. Если чувствуешь, что падаешь, то лучше сразу же упасть и не пытаться удержаться. Сколько раз ты уже падал? Ну, если серьезно падал, то не так уж и много, раза два. Спасает шлем. Надо заметить, что падал Саша в сторону земли. Падать туда хоть и больнее, но лететь меньше и насмешек меньше. Александру Зубову и так светит слава городского сумасшедшего. Вроде саксофониста, который играет по ночам на Дворцовой площади, или физкультурника, который в январские морозы ходит по Невскому в белых трусах с лампасами. Впрочем, байкер такого поворота событий не боится. Нет, я не боюсь, я горд за это. Несмотря на постоянные знакомства с поклонницами набережных подвигов, Зубов все еще одинок. Не решаются девушки на серьезное общение с рыцарем в велосипедных доспехах, который в любую минуту может упасть с гранитного пьедестала в мутную невскую водичку. Корреспондент Сергей Сергеевич Елгазин, оператор Сергей Вольнов. Сегодняшка Питер прямо из-за парапета, с которого еще ни разу не упал безумный байкер.